Что, может сыграть какую-нибудь партейку? Надо, пойдем сыграем что-нибудь. Пока не знаю, да. А вон стоит этот Андрей с... Давай матч реванша молодых. Парни, может сыграем что-нибудь еще? Я поиграл. Окружи, блондинок. Все записано. Ну, вон он стоит, уже все, уходил с мячом, с поляны. Нет, ну, прям в центре поляны. Это для тех, кто, наверное, не падает на поляне. Я в Таиланде. Мы падаем, в рот упадает песок иногда. Да. Я в Таиланде так замечала. Вот некоторые есть, кто уходит в сторонку, а некоторые прям вот, блин, тут же жадные такие. Короче, касание, ближе к тебе бросай. Отличная реакция. Блять, мог бы взять. Летел, летел, и наоборот. Хотя бы чуть-чуть ближе бы попал. Ну, я бы согласен. А, блин. Два-два. Два-два. Егор, а у вас турнир закончился?
Да. Меняться будем? Давай в поляну, Олег, будем подавать. Будет для разнообразия прикольнее. Подать, да? Ну, да, хотя бы, да, там, давай, так, да, типа, пиф-пиф-пиф. Сейчас я попаду, и ты попадешь, остаешься. Ром? Ну, бы слава. Вы оба не ведутся, да. Так, убирай, я не вижу. О, ну, тут такой же есть, еще один. Так, по 4, вроде. Да встань нормально, мы не будем одного грузить, что там? Да. Вот такая. Вот. Сам, Олег. Пойдет. Плюс один встал. 5-4, наверное. Да. Да. Выйду, выйду. Олег, не двигайся. Вот такая. Ром. Аппарат остается. Включите сюда. Все, без ограничений. Давай. Рома. Там до двух поражений. Да. Два поражения на той стороне. Все сюда, заходим здесь, подачу. А вот там пара остается. Отрабатываем. Не складывай платформу, пробеги. Сначала добеги до мяча. Руки освобождай. Вперед, движение не делайте, пока не поймете, что оно нужно, сейчас оно не нужно будет. Не делайте движение. А если сзади, то дальше стой. Слом метров, сзади, выключи, вперед. Дальше стой, дальше стой. Так, убегаем. Да. Девять-четыре. Стреляйте позиции, кто где. Оброс. Чего не нашелся? У Васи спросил. Подаешь? Да. Замедь, замедь, замедь. Бежать, бежать, бежать. Не складываем ладошки. Мы еще не добрались до мяча. Бежим к мячу, бежим. Я выбил. Давай, Свет. Последнее касание. Он сам, не складывай заранее. Вперед, 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 иди. Рон, тоже заранее складываешь руки. Да, давай. Сначала добираемся до мяча, давайте ногами. И нет. Очень большой соблазн бежать в линию. Да, я понимаю, благодаря Олегу в частности. Готовимся в защите играть. Вау. Да хотя бы немного в поле попадите. В смысле, я попал оттуда, сколько в поля? Два раза. Про то, что я говорил. У нас
чё так жёстко? Молодцы, встань нормально. Я нормально стоял. Упала, правильно. Пойди. Ну там реально хорошая подача. Ну ты стоишь, провоцируешь. Бежим. Молодец. Ты почти в 6 ушёл. Это обычная стойка. Хорошо. Движение быстрее рукой, Ром. Быстрее движение. Да. Готовимся. Опять мы не рассчитывали на то, что мяч перелетит, поэтому стоим столбом. Это нормально. Готовьтесь всегда, бейте и готовьтесь, что мяч у вас окажется. Давай. Убираем мячи. Как только полетел, кричите, я кто обрабатывает первый. Заказывай, Юль, заказывай. Проще всего у Вероники сыграть рядом. И подбегай к ней. Не оттяжка, а дерьмо собачье. Так, смотрите, тут команда ходит на блок. Нет. Что мы делаем? 4-2. Еще раз.
Что это может иногда повторяться? Счет какой? 5-3. 5-3, да? По-моему, да. 3-4, вот сомневается, что 3-4, а не 4-3. Нет, нет. Да. Я знал, что Гриша туда рванет сейчас. Там пяточки.